The assembly will now... Теперь ассамблея заслушает обращение его превосходительства Ильхама Гейдара Оглы Алиева, президента Азербайджанской республики. Я прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. On behalf of the General Assembly... От имени Генеральной Ассамблеи я имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций его превосходительство Ильхама Гейдара Оглы Алиева, президента Азербайджанской Республики, и приглашаю его обратиться к Ассамблее. Mr. President, ladies and gentlemen. Господин председатель, дамы и господа, в течение более 25 лет Армения оккупирует 20% территории Азербайджана, Нагорный Карабах и 7 других регионов нашей страны. Нагорный Карабах является нацио-исторической частью Азербайджана. В результате армянской агрессии практически 20% международно признанной территории Азербайджана находится в условиях оккупации. Более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами. Армения проводит политику этнической чистки в отношении азербайджанцев в Армении, в Нагорном Карабахе и в других 7 районах Азербайджана. Армения совершила геноцид в Ходжали в отношении азербайджанцев. Этот геноцид в Ходжали уже был признан более чем 10 странами. 26 февраля 1992 года Армения совершила военное преступление, убила 630 мирных жителей Ходжали. Среди них 106 женщин и 63 ребенка. Один из этих военных преступников, которые совершили это ужасное преступление против человечности, это нынешний президент Армении. Ведущие международные организации приняли резолюции, требуя вывода армянских войск с территории Азербайджана. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требуя незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана. Другие международные организации, такие как Организация Исламского Сотрудничества, Движение Неприсоединения, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы и Европейский парламент, приняли аналогичные решения и резолюции. Армения не выполняет их. В течение 24 лет Армения игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к сожалению, не несет наказания за это. В отдельных случаях резолюции Совета Безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней, но применительно к нам уже в течение 24 лет резолюции не выполняются. Это подход двойных стандартов. Этот подход неприемлем. Международные санкции должны быть наложены на Армению. Одна из важных реформ Организация Объединенных Наций должна заключаться в создании механизма, обеспечивающего выполнение резолюций Совета Безопасности. Армения делает все для того, чтобы сохранить неизменным статус-кво, блокирует существенные переговоры сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Франция, Россия и США неоднократно заявляли о том, что статус-кво неприемлем. Вопрос заключается в том, каким образом этот коррумпированный, недееспособное государство, которым управляет деспотичный средневековый режим, как ему позволяют нарушать международное право в течение столь многих лет и позволяют игнорировать эти резолюции Совета Безопасности и заявления ведущих государств мира. И ответ на этот вопрос – двойные стандарты. Нет международного давления на агрессора. Нет международных санкций, которые налагаются на армянскую диктатуру. Эта политика должна быть остановлена. Такая политика по отношению к агрессору является не только проявлением несправедливости, это также создает иллюзию того, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора. В апреле Армения совершила еще одно военное преступление на линии соприкосновения, напав на наши мирные деревни. В результате этого 6 гражданских азербайджанских лиц были убиты, среди них один ребенок, и 26 гражданских лиц получили ранения. Сотни наших домов были уничтожены.
Азербайджан должен защищать своих граждан. В результате успешного контрнаступления Азербайджан освободил определенные участки территории в трех оккупированных районах Дарах, Изали и Джабраил. И также установил свой национальный флаг на освобожденных территориях. Армянское руководство не должно забывать об этом уроке. В противном случае, в результате следующей армянской провокации, еще более болезненными будут результаты. Терпя поражение на поле брани, армяне используют свою политику нападения на наших граждан. 4 июля 2017 года целенаправленное нападение на деревнях в округе Физели с минометным обстрелом, и также в результате обстрела из гранатометов двое гражданских лиц, двухлетняя девочка и ее бабушка. 7 августа 2017 года 13-летний мальчик в районе Турус на границе с Арменией получил ранение в результате действий армянских солдат. Международное сообщество должно остановить армянский фашизм и террор. Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта, но в то же время мы будем защищать своих граждан в соответствии с уставом ООН. Если армянские военные провокации будут продолжаться, и если необходимо, мы вновь накажем агрессора, как это было сделано в апреле 2016 года. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена. Несмотря на огромные трудности в связи с армянской оккупацией, Азербайджан быстро и успешно развивается. Азербайджан является активным членом Организации Объединенных Наций. В 2011 году Азербайджан был избран в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. 155 стран проголосовали за Азербайджан. Абсолютное большинство государств-членов продемонстрировали свою поддержку в адрес Азербайджана и его политики. Для страны, которой в тот момент было всего лишь 20 лет, это был огромный успех. Азербайджан – это стабильная, современная демократическая страна. Развитие демократии, защита прав человека являются одними из первоочередных задач нашего правительства. Все фундаментальные свободы полностью обеспечиваются в Азербайджане, в том числе свобода выражения, свобода СМИ, свобода собрания и свобода вероисповедания. Азербайджан является одним из международно признанных центров многокультурности. Это разнообразие культурное является государственной политикой Азербайджана. Представители всех этнических групп и конфессий живут в условиях мира и гармонии в Азербайджане. 2016 год был объявлен годом разнообразия культуры, а 2017 год был объявлен годом исламской солидарности в Азербайджане. В отличие от Армении, где нет практически национальных меньшинств, это моноэтническая страна, и это страна, где ксенофобия является государственной политикой. Азербайджан является многоэтническим государством. Культурное и также этническое разнообразие нашей страны – это актив нашей страны. В Армении совершаются акты вандализма, уничтожены мечети на оккупированных территориях. Азербайджан провел на своей территории многочисленные международные мероприятия, которые направлены на укрепление межконфессионального диалога. Среди них 7-й глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, также форум религиозных лидеров, а также форум по межкультурному диалогу. В течение 5 раз состоялся Бакинский гуманитарный форум, и мы являемся членом Организации исламского сотрудничества, также членом Совета Европы. В этой связи Азербайджан в 2008 году выдвинул Бакинский процесс, которому оказывает поддержку Организация Объединенных Наций. Основная цель этого процесса заключается в укреплении диалога, партнерства и сотрудничества между мусульманским миром и Европой. В 2015 году в Азербайджане состоялись первые Европейские игры. 600 спортсменов из 50 стран участвовали в этих играх. В 2017 году в Азербайджане проводились 4-е игры солидарности исламские. Практически 300 спортсменов из большого числа стран. Но через 2 года в нашей столице, Баку, Европейские исламские годы состоялись в
течение 2 лет. И это также стало вкладом в поощрение культурного разнообразия. Азербайджанская команда заняла 2-е место в первых европейских играх и 1-е место на играх исламской солидарности. Это свидетельствует о том, что Азербайджан является одной из ведущих спортивных стран мира. Еще одно свидетельство наших спортивных достижений – это тот факт, что Азербайджан занял 14 место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, в том, что как по медальному зачету в общей сложности 18 медалей получил Азербайджан. Азербайджан добился большого прогресса в социальном и экономическом развитии с 2004 года. Азербайджанская экономика выросла практически в 3 раза. Больше 1 600 000 рабочих мест были созданы в нашей стране. Уровень безработицы является одним из наиболее низких в мире – 5%. Один из наших приоритетов – это снижение нищеты. В 2004 году уровень нищеты составлял более 14%, сейчас 5-6%. Внешняя задолженность меньше 20% от ВВП составляет. Азербайджан, по оценкам, является одним из лидеров в области реформы в мире в 2009 году, согласно докладу «Коммерческая деятельность Всемирного банка». Что касается доклада Давосского форума о конкурентоспособности за 2016-2017 год, Азербайджан на 37-м месте среди 138 стран. В 2015 году Азербайджан был удостоен премии «Юг-Юг» за этот год, что стало признанием его достижений в деле реализации целей развития тысячелетий. С 2010 года Азербайджан относится к категории стран с большим показателями человеческого развития. Быстро развивается космическая индустрия Азербайджана, также 2 спутника телекоммуникационных и также наблюдение в скором времени состоятся их запуски, что позволит нашей стране стать членом космического клуба нашей планеты. Сегодня Азербайджан экспортирует не только свою сельскохозяйственную продукцию, промышленную продукцию, но также интеллектуальную продукцию, оказывается, интеллектуальные различные услуги. Это также модель взаимоотношения. 251 услуга под одной крышей. Это полная транспарентность, абсолютно нетерпимость, что касается коррупции и взятничества. Вот почему наша страна столь привлекательна для других стран. И в течение 5 лет с момента основания Asan Service более 1 600 000 услуг было оказано 5 миллионам людей. Общее число заявок 17 миллионов. Показатели оценки на 98% удовлетворены клиенты Asan Service. В качестве признания упрощения в оказании государственных услуг Asan был удостоен премии государственного обслуживания ООН. Мы должны улучшать условия жизни наших граждан. 2004 года зарплаты в нашей стране выросли в 5,6 раза, пенсии увеличились в 8,2 раза. Без иностранной внешней поддержки практически 100 новых поселений и городов для беженцев и для ВПЛ, которые страдают от армянской оккупации, были построены. По сей день условия жизни более чем 250 тысяч людей были улучшены. 150 тысяч им были предоставлены новое жилье, квартиры. 152 школы, 52 медицинских учреждения, 60 детских садов были построены в этих городах и поселках в январе. В общей сложности с 2004 года более 300 школ, более 600 больниц и медицинских центров были отстроены или отремонтированы. Показатели грамотности в Азербайджане близки к 100%. Практически каждый год более 5 миллионов людей, то есть это половина населения страны, проходит полную медицинскую проверку за государственный счет. Полное медицинское обследование. Азербайджан играет также важную роль на глобальном энергетическом рынке. Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа на международный рынок. Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность для многих стран мира. Сегодня Азербайджан вместе со своими международными партнерами очень близок к завершению проекта Южного газового коридора –
40 миллиардов долларов США. Таков объем инвестиций в этот проект. Это один из самых крупных инвестиционных проектов в мире. Еще один приоритет – это транспорт. Мы расположены между Европой и Азией, поэтому Азербайджан мудро использует свое географическое положение для того, чтобы стать одним из ведущих транспортных узлов в Евразии. Относительно недавно Азербайджан построил 6 международных аэропортов, 11 тысяч километров современных магистралей, дорог. Азербайджане самый большой торговый флот. На Каспийском море 270 судов. Современные судомерфи в Азербайджане строят корабли всех размеров. Азербайджан также модернизирует свою железнодорожную инфраструктуру. Большая часть территории нашей страны покрыта железными дорогами. В следующем году мы инаугурируем международный торговый порт морской, который будет самым крупным в Каспийском регионе. Азербайджан вкладывает также в транспортные коридоры между Востоком и Западом, и Севером, и Югом. И это будут самые кратчайшие пути с востока на запад и с севера на юг. В заключение мне хотелось бы сказать, что в прошлом году мы отмечали 25-ю годовщину восстановления независимости нашей страны. Успешное развитие Азербайджана вновь свидетельствует о том, что только в условиях свободы и независимости, когда судьба страны в руках людей, можно добиться успеха. Народ Азербайджана больше всего счастлив в связи с тем, что мы живем в условиях независимой страны, которая проводит независимую политику. Политику, которая основана на национальных интересах народа. Благодарю вас за внимание. On behalf of the General Assembly... От имени Генеральной Ассамблеи я хотел бы поблагодарить президента Азербайджанской Республики за только что сделанное заявление. Прошу представителей государства оставаться на своих местах, пока мы приветствуем главу государства.